Че, ребята, куда я еду? Кто-нибудь догадался? Нет, не за патролом. В этот раз не за патролом. В этот раз, короче, нашел я. Это был бы не я, если бы я не нашел диски на нашего кемпера. Еще две запаски. Очень-очень по дешевке. Короче, нашел я сразу 4. И полностью колеса даже с резиной, там 31-я. Не помню сколько, короче, ну такая неплохая даже резина, я бы сказал бы. Но она нам не нужна, скорее всего. Будет продана. Короче, за 450 я нашел 4 диска с резиной, в принципе, это нормально. Дешево, так, да? Нет. Дальше. Это, короче, дешево. Тут я, короче, его мурыжил, короче, недели 2, наверное, 3 его мурыжил, чтобы он мне за 300 отдал. Хотя бы 350. Не отдавал, падла. Тут раз, короче, я ему пишу сегодня уже. Ты, говорю, так и так, говорю, ты давай отдай мне за 350. Он говорит, ладно, это только говорит, сегодня, как я говорит, уезжаю в отпуск. Именно сегодня до 9, говорит, ты должен приехать и забрать их. За 350. Договорились. Тут буквально через полчаса, наверное, через час вот такое, такая судьба. Пишет мне один тоже, ну, в личку, куда я там продаю где свои детали все. Пишет, ты, у тебя такие диски есть крутые. Блин. Продашь? Я говорю, да. Угу. С пересылкой? Я говорю, без проблем. Сколько с пересылкой будет стоить? Я говорю, куда тебе? Он говорит, типа, в Магдебург. Я, блин, такой, да ну нафиг. Мне туда сегодня ехать, в Магдебург. Я говорю, ну, короче, говорю, вот смотри, говорю, за 200 они стоят, за 200 ты их получаешь, говорю. И Вася, он отчасти обоссался. Конечно, вези, короче. И вот я в темпе вальса, 5 колес, 5 дисков я по бырику тирановский, короче, снял. Оба-на. Вот это да. По бырику, короче, 5 штук я их снял. И загрузил он там. В туарега один, он там в ногах у меня лежит. И, короче, пру я. Блин, вот это да. Еще надо развернуться. Вот падла, а. Короче, пру я теперь, получается, эти за 200 продал. Те за 350 получу. Короче, 150 всего заплачу. А? Разве это не ляпота? Я еще и за 150 продам резину. И будет у меня что? Как всегда, по нулям сошлись. Вот это крутяк. Вот это я выиграл. Короче, сегодня, короче, мчу я за дисками, а не за патролом. Так как у нас 4 диска есть. Десятка, Йод-10, короче, ширина, вылет минус 55. И тут такие же, как раз, выстреливают. Точно такие же. Рисунок все один в один. Короче, и 450 хочет. Ну, как бы тоже подарок. Я бы за 450 забрал бы, в принципе. Ну, думал, дай-ка ему немножко мозги попарю. Ну, и добился своего, в принципе. Вот теперь я как тут снимается, да? Это тебе не в патруле ехать, а где там шум какой-то и нифига не слышно. Тут прям так и тихо, да? Прям тишина и покой. И вот так разгоняемся, а? Мы... А, как он разгоняется, вот, раз, раз, ребята, раз, сотня, на газу только раз, ова, стрелка пошла, ова, да ну нафиг, его самому страшно стало, ну сразу, конечно, расход поднимается слегка. Так, короче, мчим. А, один я мчу, да. Ботаник сломал моего Ренаульта. Я так бы на Ренаульте поехал бы. А он мне его сломал. Ренаульт-то что там, 3 литра 4 бензина жрет. А эта свинья вон сколько жрет. Ну, это потому что я немножко поливаю. Как бы, но до хера он жрет, до хера. Я бы на Ренаульте, на моей Реношке поехал бы. Но он там, как сцепление на ней сломал. Говорит, что не он. Ну, ладно. Ну, по крайней мере, он сантехник. Он, короче, там ремонтирует в гараже. А я поехал по делам. Как сказать, детали добывать да деньги зарабатывать. Вот такие дела. Вот как-то так. В принципе, о. Ребята как раз проехали. Учатся на мотоцикл. Где-то что-то подсвистывает, я не пойму, что и где.
Ботаник, как всегда, ничего не знает, ничего не проверяет, он тоже катается только. Как на коне катается, а ничего не делает. Коня кормить надо. Колесо заднее спускает, левое заднее. Тоже сейчас выехал, там, не знаю, на очко, наверное, полтора накачано. Сейчас надо на заправочку заехать, дунуть. Блин, ну ты же работаешь на работе, и у нас дома есть. Ну сними ты его, разуй, посмотри, сосок негодный, дырка где-то, или хер его знает. Каждый второй день надо подкачивать. Ну это же ненормально. Эх, заберу у него ключи, блин. Пусть стоит в гараже. В принципе, не моя машина, не могу забрать, но... Как батя-то, я могу ему в дыню дать, хотя бы минимум. Что там мотоциклетка? БМВ, ребята. БМВ, вон даже цилиндры по краям торчат, смотрите. БМВшка без люльки. Точно. Такой прям, ну, старенький, я бы сказал бы. Да, БМВ. Типа Урала. С этой машины, как раз, с этого мотоцикла, как раз, копировали-то Урала, по ходу дела. Не по ходу дела, 100%. О, ребята, на кабриолете у нас что-то градусы-то. 22 градуса еще. Нормальная температурка. Кукурузу еще не собрали. Даже еще зеленая, еще не высохшая. А, понял я, куда приехал. Векстер. Понятно. Сзади никого нету. В принципе, да, я теперь уже знаю, куда нам ехать. Куда мне ехать. Не нам, а мне. Еду обратно как раз. В принципе, терпимо, что я думал, все-таки пятнашку жрет. Или 17. Уже было и меньше, конечно. Когда на дальняк все-таки идешь по прямой более-менее и жрет-то поменьше жрет. Так, на автобан выходил, конечно, 240 даже давал. А так, конечно, по этим вот закоулкам ехать было таким вот. Тут, конечно, сильно не разгонишься. 80, 60, 100. Постоянно газ, тормоз тоже. Но все равно экономненько, я бы сказал бы. Я думаю, что у меня Т5 даже больше жрал. Я там сильно не обращал внимания. Думал, что нормальная машина. Эх ты. Дебилы всякие ездят с дальним светом. Ну, как бы нормально. Я думаю, это нормально, терпимо. 11 литров. Ха, я тебя умоляю. Так же как патрол, так же как Т5. Короче. Зато здесь он просто как газу даешь. Оп, и пошел. Самолет. Самолетище.